Подразделения МНС Гомельской области перешли на узмоцненный режим несения службы. Примушает до этого сухое надворье. Горить трава, хмызняки, лясы, торфяники. Нередко огонь наносит шкоду будинкам. Люди отрымливают травмы. У большинства выпадков причина сгорания у экосистемах – миновито человеческий фактор. Непотушенная цигарета, невыконание супрацьпожарных правил при спаливании смети. В выходные дни супрацовники МНС отправляются в дачные поселки и сельские населения. Пункты. Распаўсюджванне матэрыялу, профілактычныя размовы з мясцовым насельніцтвам. Для большага ахопу выкарыстоўваюць спецсродкі. МЧС напоминае, запрещено сжигать сухую растительность в связи с высоким уровнем пожарной опасности. Сегодня мы апробируем новую форму работы. Это форма работы со специальным громкоговорящим устройством. Автомобиль курсирует по всем улицам, и дачники, не отрываясь от работы, жители сельских населенных пунктов, не отрываясь от работы, еще раз им напоминаем основные правила и просим воздержаться от сжигания мусора, потому что вы видите, какая ветреная погода и какие могут быть последствия. Зараз по всей области дейнейшая заборона на наведывание лясов. С початку года огонь пошкодил больше за 800 гектаров рослинности. Притушение задейнейшили больше за 1500 одинок техники и больше за 2000 человек особого состава.